Глебу в СИЗО приходит помощник Арины и предлагает ему подписать бумаги о передаче Солнечного компании Арины Мельников. В противном случае некие они не гарантируют безопасности Лизы. Арина празднует, ее месть свершилась. Глеб просит Лизу срочно уехать из города и не подвергать себе опасности. Лиза узнает, кто стоит за всеми бедами, которые обрушились на ее отца, и решает отомстить, использовав для этого сына Арины Алексея. И здесь их намерения удивительным образом совпадают.